Старая пятиэтажка с табличкой названия улицы Орджоникидзе-28 так и осталась за бортом программы капитального ремонта. Этому дому с крайне нуждающимся ремонтом в подъезде, более уже в отжившей свой век крыше, капитальный ремонт сулили еще в прошлом году. Однако при всем визуальном анализе понятно, что жители его так и не дождались. Квартира Керима Рустамова разрушается буквально на глазах. При первом дожде негодная крыша дает о себе знать. Вода, стекающая по стенам, а затем и на пол, испортила всю домашнюю утварь, еще недавно подытоженный ремонт. Оттуда течет. Вот по этой стенке от и до конца течет. Вот оттуда течет. Вот соседи здесь, с этой стороны, однокомнатные квартиры живут. Такая же, да? Ага, вот это перегородка. И там в четвертом этаже тоже, оттуда тоже течет, туда тоже течет. Вот соседи тоже, с этой стороны тоже жалуются. Керим Рустамов уже не раз обращался к представителям коммунальных служб в надежде на долгожданный ремонт крыши в проживающем доме. Однако положительных результатов решение этой проблемы пока не дало.